Доброго времени суток всем читателям портала androidx.ru. Flame Castle – это самый обычный платформер для мобильных устройств под управлением Android, правда, с несколькими особенностями. Во-первых, игра была придумана благодаря рекламе PSP, в которой Sony насмехалась над продукцией яблочной компании. На заставке телефона тогда красовалась надпись «Нелепый замок», которая спустя несколько месяцев стала названием новой аркады для iPhone, а впоследствии и для Android. Снова закован в кольчугу чужих поражений. Во-вторых, Flame Castle может похвастаться замечательной графикой, которая выполнена в виде нечто среднего между детским карандашным рисунком и мультфильмом. Наш герой – это рыцарь, который разъезжает по королевству на игрушечном коне, закованный в латы, вооруженный копьем. Ваша задача – спасти королевство и завоевать прекрасную принцессу, заработав по пути максимальное количество баллов. Для управления в игре используются всего две кнопки – атака и прыжок. Все предельно просто и симпатично. Чем не еще одна качественная убивалка свободного времени?